Кремле сообщили о телефонном разговоре, который состоялся сегодня между лидерами России, Франции и Германии. Главной темой стал украинский кризис. Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с интенсивными обстрелами населенных пунктов Донбасса со стороны киевских силовиков. Президент подчеркнул, альтернативы политико-дипломатическому регулированию в соответствии с Минским комплексом мер нет. Кроме того, Путин, Олланд и Меркель обменялись мнениями об итогах саммита НАТО в Варшаве и высказались за принятие конкретных мер для укрепления доверия между нашей страной и Альянсом.